Итак, всем привет! Продолжаем создавать по руководству игрушку простенькую. Игрушку с использованием движка 2D Default Editor. Да, это IDE-шка, сам движок называется Default. Вот. На самом деле интересная штука. То есть это уже третье видео. Я с этим движком вот знакомлюсь вместе с вами, читаю это руководство, ставлю на паузу, сижу, колупаю, смотрю, почему. Ну, вроде все получается. Вроде как все... Я иду по руководству, и вроде бы все получается. Вот. Так вот, в прошлый раз мы уже сделали в предыдущих двух видео землю. Вот это добавили, она двигается. И добавили нашего игрока, но нашу жабу. Но она падает. Дело в том, что... Вот. Но сейчас мы продолжим. И мы начинаем, то есть в руководстве, в оригинальном, это шаг пятый. Вот. И в этом шаге пятом, вот я сейчас открыл и читаю. А так, нам надо создать новую коллекцию. Хорошо. Правой кнопкой на Project Explorer. Ну, давайте. Вот здесь добавим новую коллекцию. Где тут? No, new Collection. И назвать ее надо... Чё? Ground? У нас уже ж есть Ground. Подождите, ребята. Ground Collection есть. Какая-то ерунда. И выбрать. Погодьте. Да, там было имя этого файла. Вот. New Collection. Level надо назвать. Вот. Level. Уровень. Есть. Сделали. Дальше. Открыть новый файл. Сделали. И добавить collection from file. ADD collection file. И здесь выбрать ground collection. Выбрали. О, хорошо. Что-то ничего не рисует. Ладно. Выбрали. Дальше. Дальше в новой коллекции добавить еще игрока. То есть game object. Добавляем add game object файл и выбираем игрока. Окей. Ну, игрок-то нарисовался, а почему не нарисовалась наша земля? Это интересно. Add collection from file. Я же добавлял add collection файл. И я здесь выбирал вот ground. Фигня какая-то. Ладно, давайте я это удалю. А, я знаю, потому что я же здесь поколупал эту коллекшн. Где наша коллекшн? Где ты, где ты? Вот. Я же здесь повыносил это все. Ёлки-палки. Это когда вот здесь это все было, то... Так, сейчас я заново ее сделаю. Ё-моё. Так, короче, я там чуть-чуть переделал. Ну, как переделал, я думаю, вы помните. Была такая проблемка. Когда вот здесь это все в граунде было. Вот. И в результате у нас земля не двигалась. Вот. Ну, потому что не были видны файлики. Вот. И я их отсюда повытягивал в коллекшн. А в результате оказалась она и там с коллекции повытягивалась. Вот. Короче, я просто добавил еще путь. Вот и все, чтобы не файлики были видны. Где у нас тут? Вот этот ground. Вот у нее есть URL. URL. Вот. И вот этот URL относительно, да, ну в этом скрипте, вот к нему добавляю слэш обратный, и можно вот эти имена. И доступ к файлу есть. И теперь это все есть, то есть земля опять-таки движется. Вот и в наш level. И, кстати, да, level я еще создал внутри папки main. Не вот здесь, а внутри. Ну, не знаю, посмотрим. Я не думаю, что что-то страшное. Вот. И вот сюда добавил я теперь ground, нашу землю, и нашего героя. Вот hero. Вот. И теперь, я так понимаю, нужно цель как бы этого раздела в руководстве сделать так, чтобы была коллизия, ну, то есть определение столкновений. Вот. То есть я добавил hero, добавил ground. И теперь нам нужно, короче, тут я чуть прочитал, тут все надо переделывать, наверное. Так,
Так, блин, сейчас надо создать вот так вот на Game Project New Folder и назвать ее Level. Окей, Level. Создали. Теперь, говорит, переместить все созданные файлы типа Level Collection. Опа. Дальше Level Atlas. Дальше Images Folder. А, блин. А Hero тоже перемещать? Хрен его знает. Ладно, давайте Ground Collection, говорит, сюда перемести. Ground Script сюда перемести. Что тебе еще переместить? Вот, это все сюда переместить. Блин, Hero, наверное, тоже по логике надо. Хотя про Hero не написано. Ну да ладно, я переместил, только что запустил, вроде работает. Ну, так как и работало. Теперь, говорит, откройте Main Collection. Открыл. Дальше, говорит, удалите Ground Collection. Ну, а зачем мы его добавляли? Удалил. Удалил. И вместо этого добавьте Level Collection. Ага, хорошо, добавим Collection файл. Вот, добавили. Подождите, а, вот этого тоже надо удалить, бо это мы добавляли, так, ради интереса. Ну, добавил я, и чё, если я сейчас соберу, ну, всё то же самое. Да, понятно. То есть уровень это уровень. Уровень у нас состоит из... Что там, земли, ну вот сам Level Collection, да, он состоит из героя, из земли, может быть еще каких-то объектов, это понятно. Так, ладно, это мы сделали, удалили Ground Collection и вместо него добавили Level Collection. Вот, теперь нам нужно также добавить Game Object Script в Level Collection. Окей, что нам надо сделать? Нам надо сделать в левел. В левеле добавить новый скрипт. Хорошо, добавляем новый скрипт. И назвать его надо контроллер. Хорошо, так и назовем контроллер. Контроллер скрипт. Есть. И теперь говорят, скопируйте и вставьте вот это. Ground controller slash script set speed. Хм, что бы это значило? Давайте я запущу. Ничего вообще не двигается, ребятки. Вообще. Так, посидел тут, поколупал, блин, и забыл, на чем мы закончили. Но, не но, а на чем закончили. Мы добавили controller script. Вот, в level. И в level мы добавили game object, а потом game object from file. Короче, добавили скрипт. Вот он, этот скрипт. Вот, и здесь мы устанавливаем скорость. И в редакторе оно выглядит вот так вот. Вот. Это типа по умолчанию. Вот, ну я так понимаю, это дополнительные свойства для нашей игры. Вот. Я в туториале написано 6 установить. Но фишка не в этом. Фишка в том, что при запуске вот эта земля не двигалась. Почему не двигалась? Так как я поперемещал вот этот контроллер скрипт, ground collection, ну, в новую папку, да, то вот здесь, где тут ground script, мне вот эти надо было поубирать пути. А вот, в предыдущий раз, в предыдущий варианте здесь пути устанавливали были, сейчас их здесь нет. Вот, но как бы сейчас у нас движение происходит. Вот, и в документации было написано, добавьте в ground script вот эту функцию. Это вот функция, она устанавливает, я так понимаю, скорость, что-то такое. Вот. Но дело в том, что у нас есть еще ошибки. Вот, ошибки, и здесь error. То есть компонент level ground collection controller. Вот здесь.
этот ground контроллер скрипт set speed не был найден. Вот, соответственно, надо сейчас исправить вот эту вот ошибку. Сейчас я попробую это сделать. Короче, у меня земля задвигалась. Да, отличается чуть-чуть документация. Может быть, не все, может, моя невнимательность. Но что надо было? Ну, ошибки еще не ушли, остались, но вот земля уже двигается внизу, как мы видим, со скоростью 6 пикселей в секунду. А мне нужно было всего лишь, так, Ground Collection, вот здесь ID-шки скрипта установить как скрипт, вот, ID скрипт. То есть в Ground Collection, ну, соответственно, здесь автоматически вот контроллер. А у контроллера мы указываем, да, там, кто управляет, я так понимаю, ну, скрипт, который занимается управлением вот этого. Вот, и вот здесь была ID-шка, не-не-не-не. Короче, не скрипт, а контроллер. Вот, поэтому и была проблемка. Как бы этого скрипта не было видно. Вот. Но почему-то остались вот ошибки, error script и instance ground 0, но not found. Почему not found, я не пойму. Вроде оно двигается, вот, движение происходит, наш игрок падает. Ну, он падает, потому что еще не добавлены столкновения, да, модель столкновений. Вот. Так, То есть, надо быть внимательным. Добавляем контроллер. И вот здесь добавляем вот этот скрипт. Дальше мы добавили level вот этот. И мы добавили к нему свой контроллер, да, свой скрипт. Вот он, тоже назвали скрипт. И вот здесь установили speed, скорость. Так, давайте, где тут контроллер? Вот наш контроллер. И вот свойства мы установили. Go property speed. Ну давайте поэкспериментируем. Speed 2 какую-то установим. И откроем level. Вот есть speed 2. То есть я думаю, это понятно, да? Вот мы устанавливаем свойства. Вот это вот означает вернуться по умолчанию. Откуда оно знает, какое значение по умолчанию? Ну так вот, оно здесь видит, что здесь 360, а сейчас стоит 6. Вот. Так вот, это мы инициализируем. Но для всего этого нам нужно еще связать это все. Ну что связать? Смотрите, мы отсылаем это, как бы вот земля у нас есть, ground, есть, там есть контроллер, вот, и контроллеру, объекту с ID-шкой скрипт устанавливаем скорость. Вот у нас есть наша земля collection. А у него есть вот скрипт, ID-шка, так и называется, скрипт. Вот. Соответственно, этому скрипту мы отправляем, ну, короче, устанавливаем скорость. Вот. Для этого всего нам в ground нужно было добавить вот такую функцию. OnMessage. Если он получает сообщение с вот такой ID-шкой, то он выставляет свою скорость от self speed в 360. Вот. И, соответственно, скорость меняется. Вот. То есть, наверное, на сегодня будет все. В следующем уроке добавим физику. Вот. Потому что у нас еще столкновений нашей жабы нет. Добавим физику. Ну, и я сейчас попытаюсь все-таки разобраться, почему, что это за ошибки. Работать-то вроде работает. Земля вот двигается. Скорость у нас есть. Давайте level collection. Давайте поставим скорость 100. Запустим. Вот, скорость увеличилась, и все нормально. Вот, но в любом случае, я думаю, вы уже... Не уже, а что-то еще узнали новое. То есть можно свойства выставлять, можно отправлять сообщение. Мы указываем, какому скрипту. Скрипт вот он принимает. Для этого есть функция onMessage. Ну и так дальше. А дальше вот здесь логика. Дальше здесь логику пишем. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Коротенький видосик, потому что надо поубирать вот эти ошибки, поискать. Где же проблема?
Вот. Поэтому всем спасибо за внимание еще раз. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки, ну и все такое. Всем пока.